главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Плюс 9 за последние сутки. Заболевших COVID-19 с каждым днем становится все больше. Курс лечения проходит амбулаторно и стационарно 38 жителей Ненецкого округа. В регионе усиливаются ограничительные меры. Договор между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого округа продлен до 2025 года. Соответствующее дополнительное соглашение к договору утвердили депутаты регионального парламента на очередной сессии. В Заполярном районе завершен северный завоз топлива в населенные пункты округа. Впервые за последние 14 лет все виды энергоресурсов поставил в регион один подрядчик – Ненецкая нефтяная компания. Об итогах кампании расскажем в этом выпуске. Заболевших COVID-19 в Ненецком округе становится все больше. За последние сутки в Нарьян-Маре выявлено еще 9 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – жители города. В числе новых случаев 5 человек, которые заразились через контакт с ранее выявленными заболевшими. У двоих источник заражения неизвестен, они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Еще 2 пациентов – это медицинский работник и житель Нарьян-Мара, вернувшийся в регион из другого субъекта. Таким образом, в настоящее время лечение от COVID-19 получают 38 человек. 3 из них находятся в стационаре окружной больницы. Все заболевшие – жители Ненецкого округа. Еще 163 человека на самоизоляции. На территории Ненецкого округа действует масочный режим. Ношение масок в настоящее время должно быть обязательным. И есть озвучены места общего пользования, где наши граждане обязательно должны находиться в масках. Ношение масок обязательно в общественных местах, в медицинских учреждениях, на предприятиях, обслуживающих население и на маршрутах общественного транспорта. Одноразовую маску, оснащенную бумажным фильтром, необходимо менять один раз в 2 часа. Стоимость маски в аптеках Ненецкой фармации – 30 рублей. Мы подсчитали, если соблюдать нормы, то при 8-часовом рабочем дне, допустим, сотруднику МФЦ, где масочный режим обязателен, потребуется 2640 рублей в месяц, чтобы соблюдать масочный режим. Не накладно ли для организации? Такие же маски, но только в других регионах, стоят гораздо дешевле – порядка 10 рублей. Обращаясь к прокурору округа, вопрос о завышенной стоимости медицинских масок в аптеках подняли окружные депутаты на сессии собрания. В округе действует обязательный масочный режим. Граждане обязаны носить маски. Но вчера мы прошли по торговым точкам и аптекам и заметили, что цены сильно на маски завышены. Вот, допустим, такая простая маска стоит 32 рубля. Есть и маски, которые стоят по 77 рублей. Прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин заверил депутатов, что совместно с Департаментом здравоохранения прокуратура проведет мониторинг и проверит ценообразование этих медицинских изделий. Напомним, масочный режим должен соблюдаться и в образовательных учреждениях региона. Он действует только в отношении педагогов и родителей. Уроки учителя в классе могут проводить без медицинских масок. Вне класса должны находиться только в маске. Родители также обязаны соблюдать масочный режим при посещении школ и детских садов. В связи с распространением коронавируса на территории Ненецкого округа вновь вводятся ограничительные меры для прибывающих в округ из других регионов. Прибывающим из других регионов при отсутствии справки об отсутствии заболевания будут выдаваться по месту прибытия выдержки из постановления губернатора о режиме повышенной готовности, действующего на территории региона. Затем прибывающие без справки в течение 3 дней должны пройти тестирование в Нарьян-Маре и подтвердить отсутствие заболевания. В противном случае – 2-недельная самоизоляция. Процесс будут контролировать Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Окружным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом также рекомендовано работодателям перевести на удаленную работу, где это возможно, сотрудников старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы сохранить здоровье людей, которые, скажем так, максимально подвержены заболеваниям и не усложнить их жизнь, решили мы, что такая мера все-таки на сегодняшний день нам необходима. Также рекомендательный характер с 19 октября будет носить норма о переводе на удаленную работу 30% численного состава организации предприятий округа. Рекомендательный, потому что не все учреждения могут позволить себе работать удаленно. Особенно предприятия непрерывного производственного цикла. Что касается группы повышенного риска, людей пенсионного возраста, Роспотребнадзор также дал свои рекомендации.
Тем гражданам, которые сейчас находятся на пенсии, да, и у них есть свободное время, чтобы для своей же безопасности общественные места, такие как магазин, аптеки, они старались посещать именно в утренние часы, когда здесь наименьшее скопление народа и когда меньше шансов заболеть, да, получить долю инфекции, которая есть. Договор между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого округа продлен до 2025 года. Соответствующее дополнительное соглашение к договору утвердили депутаты регионального парламента на очередной сессии. Действующий договор о взаимодействии при осуществлении государственных полномочий между Ненецким округом и Архангельской областью предусматривает самостоятельное исполнение Ненецким округом ряда полномочий. Действующий договор истекает 31 декабря 2022 года. Для пролонгации договора в округе была создана рабочая группа. Присутствовали на данной рабочей группе Анна Анатольевна Булатова, Татьяна Васильевна Федорова и Ружников Андрей Григорьевич. Это депутаты плюс значит, сотрудники администрации. Мы долго обсуждали этот вопрос. Предложения, сформированные по результатам обсуждения, были следующие. Значит, было поддержано предложение администрации продлить на один год и предложение депутатов на три и более лет. На сегодня на тех же условиях. Поскольку сами по себе условия пересмотреть между двумя субъектами без федеральных органов – это достаточно сложно. Поэтому по результатам предложений комиссии, комитета депутатов, когда уже рассматривали, есть предложение продолжить совместно с федерацией работу над данным договором. Но наши предложения администрации губернатором Архангельской области были поддержаны продлить данный договор на 3 года. Поэтому на сегодня вам предлагается проект дополнительного соглашения о продлении на 3 года. На самостоятельное исполнение округом государственных полномочий в соответствии с договором между Архангельской областью и Ненецким округом предусмотрено частичное зачисление в доход окружного бюджета налоговых поступлений от федеральных налогов и сборов, собираемых на территории Ненецкого округа. Сегодня на сессии состоялось утверждение подписания дополнительного соглашения к договору о разграничении полномочий между Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Это очередной шаг, мы это делали уже не так давно, 1,5 года назад, если мне память не изменяет. Это позволит нам планировать бюджет на долгосрочный период, потому что срок планирования у нас истекал в 2022 году, нам нужно планировать на 3-летний период. Ну и это позволит нам дальше вести работу между нашего округа и Архангельской области по этому соглашению, о чем говорили депутаты, рабочая группа организована. Она начала свою работу, да, не в том темпе, как хотелось бы, но тем не менее работа начата, и мы будем ее продолжать. В регионе завершен северный завоз топлива в села округа. Впервые за 14 лет все виды энергоресурсов поставлял один подрядчик – Ненецкая нефтяная компания. Об итогах опережающего завоза в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Компания по опережающему завозу топлива в населенные пункты округа стартовала еще 27 мая. За весь период ее прохождения в округ было доставлено более 20 тысяч тонн каменного угля, более 7 тысяч кубометров дров, около 12 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая стоимость поставляемого в текущем году топлива составила почти 1,5 миллиарда рублей. На сегодня компания по опережающему завозу топлива завершена. По крайней мере, практическая ее часть, то есть все виды топлива по местам, куда им положено, подрядчик доставил. Сегодня идет оформление документов. Небольшие нестыковки в полученном объеме угля по Каратайке, это сейчас подрядчик с заказчиком утрясают, но это не скажется на общем результате, то есть там это цифры несущественные. Поэтому в общем и целом можно сказать, что компания завершена, в положенный срок. Что касается качества дизельного топлива, то его отдельно исследовал и принимал Сиржелкомсервис. Нареканий у жителей региона к данному виду топлива нет. Также нет нареканий по качеству угля. Многолетний опыт показал, что поставки данного вида топлива с определенных территорий Хакасии и Кузбасса идеально подходят для использования. У нас были сбои по дровам. Я также повторюсь, как и в предыдущем интервью, что
это дрова, то есть население должно понимать, что это не деловая древесина, это дрова. На нее есть свой ГОСТ, и этот ГОСТ говорит в частности о том, что у определенных единиц дров гниль может быть до 40%, и такой древесины должно быть в поставке, в партии не более 10%. Ну, то есть гниль допустима. И это, повторюсь, это не деловая древесина, это не для строительства каких-то там хозяйственных построек, это топливо. Все вопросы по качеству дров регулировались на месте. Нареканий у жителей сел больше не возникало. В населенные пункты муниципального образования Пустозерский сельсовет Ненецкого автономного округа в рамках Северного завоза в июле текущего года было доставлено твердое топливо для организации и населения. Также поступило топливо и для ДЭС в Оксинов, Кунгуреев, Каменку. Приемку топлива осуществляли работники жилищно-коммунального участка Оксина муниципального предприятия Заполярного района «Север-Жилкомсервис». Жалоб на качество топлива от жителей в адрес администрации муниципального образования не поступало. По словам заместителя главы администрации Заполярного района Олега Холодова, данный опыт по объединению всех видов топлива в один лот при проведении торгов будут использовать и в последующем. Для нас это была немножко новая компания, поскольку все виды топлива завозил один подрядчик. Это нам удобнее в нескольких, в нескольких отношениях. Во-первых, с одним подрядчиком удобнее всегда работать, а во-вторых, это подрядчик Ненецкая нефтяная компания, то есть окружная компания, что добавляет уверенности в положительном, значит, исходе всей этой компании. По итогам конкурсных процедур договор на поставку энергоресурсов был заключен с акционерным обществом «Ненецкая нефтяная компания». Так как это было впервые, сотрудники столкнулись с некоторыми трудностями. В том числе, конечно, и для нас определенные трудности доставила коронавирусная инфекция, которая началась у нас весной. У нас немножечко задержались поставки энергоресурсов в наши порты отгрузки. Это Архангельск и Санкт-Петербург. Ну и, соответственно, немножечко позже мы начали Северный завоз. Тем не менее, за время нашей доставки мы этот срок нагнали и закончили Северный завоз вовремя. В этом году у нас еще немножко подвела нас погода, меняются природные условия. В этом году были реки не так многоводны, как обычно. Да, у нас отмечаются некоторые отмели, были отмечены также низкий уровень воды в реках. Это тоже немножечко усложнило нашу работу, но тем не менее мы все завезли в сроки. В роли поставщика Ненецкая нефтяная компания намерена заявиться и на следующий год. Также в этом году мы значительно смогли сократить время доставки морским путем, потому что мы повезли одной партией топлива из Санкт-Петербурга морским путем по нашему побережью. И мы планируем в следующем году также принимать участие в Северном завозе, также так назовем полным пакетом, то есть если будет такой лот, где будет и топливо, и уголь, и дрова, конечно, мы примем участие, потому что у нас после 5-го года уже доставки по округу еще более правильно выстроена схема логистики, и мы все сделаем так же в сроки, как обычно. Северный завоз – это комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Ненецкого округа жизненно важными товарами, прежде всего топливными ресурсами в короткий период заполярной навигации. В первую очередь груз везут по малым рекам, а затем по морю. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Нарьян-Маре с начала года комиссия по делам несовершеннолетних составлена 154 протокола об административных правонарушениях. Из них почти половина связана с употреблением алкоголя как подростками, так и взрослыми. Данные цифры незначительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее расскажет Александра Литкова. За прошедшие 9 месяцев городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 17 заседаний, на которых были рассмотрены 228 персональных дел. Всего наложено штрафов на сумму более 100 тысяч рублей. Согласно проведенному анализу, ситуация по сравнению с прошлым годом незначительно, но улучшается. За 9 месяцев 2020 года из 154 протоколов об административном правонарушении, за которые у нас вынесены были решения о назначении административного наказания, 66 протоколов были связаны с употреблением алкогольной продукции, что составляет 42, почти 43%. Это не очень большой процент в общем числе рассмотренных
протоколов. Из них 32 протокола – это когда употребляли алкоголь несовершеннолетние, и 34 протокола – когда сами родители употребляли алкоголь. В Нарьян-Маре на сегодняшний день в социально опасном положении находятся 9 несовершеннолетних и 20 семей, в которых воспитываются 49 детей. 9 подростков и 8 семей признаны комиссией, вышедшими из социально опасного положения. В основном, да. В основном у нас первопричина, конечно, признания в социально опасном положении, это является алкоголизм родителей, и чаще всего это даже мамы пьют, употребляют алкоголь. Да, и не все признают проблему. Вот. Конечно, проще работать, когда сам человек признает это проблемой и откликается на те мероприятия, на те предложения, которые к нему направляются. Но, к сожалению, не всегда это происходит, либо происходит через определенное время. Снижение количества составленных протоколов, связанных с употреблением алкоголя подростками, по мнению специалистов, сокращается как вовлечением детей в спорт, так и регулярными профилактическими мероприятиями. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав налажена постоянное сотрудничество с учебными заведениями, Центром занятости населения, полицией и другими организациями. У нас проводятся совместные профилактические мероприятия в соответствии с планами, постановлениями, направленные на имя выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время, которые употребляют спиртные напитки, ведут антиобщественный образ жизни, допускают также употребление психотропных наркотических веществ. Эффективность мероприятий есть, потому что несовершеннолетние у нас и в ночное, и в вечернее время гуляют, совершают правонарушения, преступления. Также в ночное время они могут стать субъектами преступлениями, также стать и объектом преступления. Что касается Заполярного района, то здесь только в сентябре комиссией по делам несовершеннолетних было составлено 20 протоколов. Из них 12 в поселке Нельминос. Большая часть административных правонарушений связана с употреблением алкоголя подростками в общественных местах. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Несовершеннолетние, которые допускают употребление спиртных напитков до 16 лет, за них несут ответственность родители или законные представители. То есть, либо они допускают употребление, либо появились в состоянии алкогольного опьянения, за них несут полную ответственность родители. По статье 20.22. А кому уже есть 16 лет, то есть достигли возраста административной ответственности, они уже несут ответственность сами. По статье 20.21, по 20.20, это распитие в общественных местах, где не предусмотрено закон, и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, больше всего правонарушений происходит поздно вечером или ночью. Поэтому стражи порядка напоминают о действии комендантского часа. С 22 часов до 6 утра дети до 18 лет не должны находиться на улице или в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.